Рядовой блогер Александр Александрович пошел добровольцем. После обучения в Десне попали в 18-й территориальный батальон Винничкины. С начала обучения по сей день мы выстрелили всего 12 патронов, каждый из нас. Вот, это первое. Второе. Мы находимся в 17 километрах от границы. Вот. Нам до сих пор не выдали оружие, и, как мы понимаем, все в ближайшее время не собираются его отдавать. Над нами каждый день летают беспилотники. То есть у нас складывается такое впечатление, что нас вообще непонятно для чего держат. Вот. Скажем так, в батальоне все взрослые мужчины, в взводе, 45, 47, 35, ну в среднем возрасте это порядка 40. Вот. 95% были признаны добровольцами, все поставили фильм, работу, и так далее и тому подобное. А мы сидим, что не делаем. 13% причинили к меньшему участию, трое только тому, что, ну, грубо говоря, начинается какой-то воинский беспредел, потому что нас они начинают иметь по любым мелочам. То есть еду мы сами себе приготовить не можем, для этого есть кухня. Внимание, живем мы в палатках, грубо говоря, на сырой земле. Вот, тут последние три дня идут дожди, скажем так. За два дня у нас заболело полвзвода. Вот, обращаясь в санчасть, максимум, что мы могли получить, это две мятных таблетки. При этом нас всю дорогу вызывает прокуратура и всеми остальными делами. Ну и сегодня уже там по ряду причин, то есть, ну, урвался терпец, грубо говоря, у всего взвода. Мы все встали и, как бы, грубо говоря, написали рапорт о переводе нас в другую часть, либо в зону АТО. То есть там было две версии такие, потому что здесь просто так сидеть мы дальше просто не хотим. Вот. И то, что сейчас происходит в нашей украинской армии, это просто уму невообразимо. Я многое ожидал увидеть, да, но такого я совсем не ожидал увидеть. Ну, это, скажем так, в двух словах и мелочах. Более подробную информацию я могу выложить в письменном виде для того, чтобы описать общую картину происходящего здесь дела. Скажи, пожалуйста, чем они это мотивируют все? Почему такое отношение и что вот... Ну, у вас же есть какие-то боевые задачи? Вам об этом... Нет, у нас нет никаких боевых задач. У нас абсолютно нет. Мы проходим сейчас два дня, грубо говоря, из четырех уже или из пяти здесь находящихся, да. Нас два дня подряд, допустим, тренировал первый день разведка, второй день десант. Что, в принципе, для нас не предназначено. Мы зенитчики, мы зенитки стреляли всего-навсего один раз за все время. Угу. Вот. И выстрелили по 8 в каждой коробке, то есть по 16 патронов. Угу. Ну, то есть это нормальная подготовка, да? А что вы все остальное время делаете? Как ведут себя высшие по званию? Мы страдаем. Настроение, скажем так, у всех, мягко выражаясь, революционное. Всех это уже под лодку надоело просто. Мы не можем понять, раз мы не нужны армии, не нужны нашей стране, то зачем нас здесь держат? Какой смысл? Помимо того, что держат, сами обращаются, как, ну, я извиняюсь, что надо быть этими мальчиками. Угу. Да, и тому подобное. Естественно, что мы тоже не молчим. Скажи, пожалуйста, вот вы написали заявление, что за этим последует? Какие перспективы у вас действительно перейти? Мы только что были у комбата, все, что нам сказали, это залазьте назад в свои палатки, сидите и ждите, все. Не ждите, точнее, а угомонитесь, и типа по палаткам и угомонитесь, все. Никаких перспектив нет вообще. А здания там какие-то есть? Почему вы в палатках живете? А мы не знаем, здание есть, офицерский состав живет в здании. Вот, по кухне, скажем так, тоже раздел идет. Офицеры питаются одним, мы питаемся другим. Тут обратно приезжает, извините, на Мерседесе МР-класса. Как бы так. Говорит, что государство выдало. Ну, нехило там примерно 85 тысяч стоит машина, ну, выдало государство. А нам, грубо говоря, там, ну, мы каски получили образца там 65-го года, если не ошибаюсь. Есть мешки и так далее и тому подобное. Да, любых мер мы просто так вот сидеть и ничего не делать не будем. Мы реально все побросали все, приехали. Просто защищать Родину приехали. А нас тут не то, что в хуй не предоставит. А, ну, это вообще... Мы задаем себе вопрос один и тот же. Зачем мы здесь находимся? Как приман. Ну, реально над нами каждую ночь считают беспилотники. Довольно на близком расстоянии. 17 километров от границы. Все знают, что в Приднестровье в любой момент со стороны Приднестровья может начаться наступление. А у нас здесь вообще нихуя нету. У нас банально даже нет автоматов. Чем лопатами будем, или я тут буду ложками и ножами защищаться. Скажи мне, пожалуйста, сколько ты там уже находишься и вообще сколько вас человек?
Нас 27 человек в нашем взводе. Сейчас четверо находятся в командировке, один у нас, скажем так, один не наш, один единственный. Ну, там это особенный разговор. В этой части мы находимся уже порядка 5 дней. Там говорят, что 3, но не 3, а уже порядка 5 дней. То есть, чтобы ты понимала, мы трое суток уезжали с Десны только. Трое суток мы уезжали с Десны. Угу. Десне мы тоже особо ничем не занимались, там тупо бухала вся Десна.